Вітаю всіх, хто з нами. Це ток-шоу «Наживо» у прямому ефірі на 51-му. Це канал суспільного мовлення у нашому регіоні. Сьогодні у прямому ефірі з нами ті, хто вважає, що просто не має права опускати руки. Вони допомагають бійцям на передовій, підтримують у тилу учасників АТО, родини загиблих і переселенців. Волонтери там, де держава не виконує свої обов'язки. Сьогодні відверта розмова із волонтерським братерством і сестринством Дніпра. У прямому ефірі приєднуйтесь. Починаємо. Чи нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, у вас є можливість приєднатися до нас, наша сторінка у мережі Facebook, ток-шоу «Наживо», 51 канал, пишіть туди, ставте ваші запитання, озвучимо їх у прямому ефірі. Також телефонуйте нам, номер зв'язку з нами трохи пізніше з'явиться на ваших екранах. Сьогодні ми говоримо про українське волонтерство, як воно змінилось за останні 3 роки, які сьогодні виникають проблеми, як із цим боротися. Сьогодні почуємо відверту розмову і особисті історії. Я представлю тих, хто сьогодні завітав до нас у прямий ефір. Отже, це Світлана Волович, волонтерка, член правління громадської організації «Ріка життя». Вітаю вас, пані Світлано. Дещо розкажу про вас. Проект «Шухлядка», ваш проект. Також ви брали участь в організації літнього мовного табору для дітей атовців та волонтерів. Організовували поїздку для дітей атовців у Шотландію. Тобто ви підтримуєте родини загиблих та поранених учасників АТО. Також сьогодні із нами волонтерка Наталія Хазан. Вітаю вас, пані Наталію. Ви підтримуєте волонтерський пункт «Залізничний вокзал Дніпро», також опікуєтесь медичними питаннями. Також сьогодні в нашій студії Владислав Макаров, це голова благодійного фонду «Допомога Дніпра». Вітаю вас, пане Владиславе. Опікуєтесь допомогами проблемами вимушено переселених осіб. І з нами координатор Центру допомоги учасникам АТО та їхнім родинам Наталія Шуліка. Вітаю вас, пані Наталія. Протоєрей Дмитро Поворотний, військовий священник Української православної церкви Київського патріархату з нами. Вітаю вас, отче, у нашій студії. Героям слава. Також сьогодні з нами керівник проєкту «Ауто Дніпро» Тетяна Гаврилова. Вітаю вас, пані Тетяно. Проєкт «Ауто Дніпро» – це допомога військовим, це допомога транзитним військовим саме на автовокзалі Дніпра. Також сьогодні із нами Олександра Каладжиєва, координаторка волонтерського центру Дніпровського військового госпіталю. Вітаю вас, пані Олександро. І з нами Таїсія Крушельницька, волонтерка. Вітаю вас, пані Таїсія. Ви допомагаєте військовим від української діаспори в Італії, також влаштовуєте освітні програми для учасників АТО і волонтерів. Також сьогодні з нами волонтерка, керівниця благодійної організації «Кідо» Ольга Голубєва. Вітаю вас, Ольго, у нашій студії. І з нами сьогодні Анна Павлова, волонтерка. Ви підтримуєте військових на передовій. Вітаю вас, Анно. Отже, давайте спочатку окреслимо таку особливість українського розуміння волонтерства. Тобто в західній традиції волонтери роблять те, до чого не доходять руки у держави. У нас волонтери роблять те, особливо, як це почалося 3 роки тому, що держава зобов'язана була би робити. Сьогодні ми дізнаємось про те, що змінилось за 3 роки. Давай почнемо із вас, пані Наталія. Ваша думка. Терміново все, від одягу до якихось дуже специфічних речей і, звичайно, медицина. Тобто змінилось багато чого. Але все ж таки існують потреби, які потрібні сьогодні, які роблять волонтери. До того ж, я хочу сказати, що волонтерство в нас не з'явилося з початку війни. Да? Звичайно, військове волонтерство з'явилося. Так, це військове волонтерство, а до війни було волонтерство і по хворих дітях, і по літніх людях, і по тваринах, ну і такі інші. І багато. І саме Майдан підняв цю хвилю, так? Я думаю, що просто, ну так,
по собі я сижу, що раніше, ну, якось сказати, що ти щось допоміг хворій дитині, або, ну, сказати це в Фейсбуці, чи якось публічно, ну, якось незручно було. Тобто робив собі тихо і робив. А почали казати про це гучно, перш за все, для того, щоб більше мати змоги допомогти і більше наголосити на цих проблемах. Пані Ольго, на вашу думку, чому волонтери все ще замінюють державу? Я думаю, вони, ну, не замінюють, тому що є такі питання, які ще не вирішені, які, на які ще нема того ж фінансування, і які просто, ну, неможливо поки що закрити, так сказати, да, і перекласти на державу. Я от багато дивлюсь, ну, із друзями, да, спілкуюся із військовими, що є питання, ну, там, ну, саме там простіше – це резина. Усі атошні машини, які поставляють волонтери, вони, навіть якщо частина їх поставить на баланс, вони не можуть на них взяти резину нужного розміру. Її просто, ну, так сказати, це не та частина затрат, яку вони можуть відшкодувати. І якщо хлопці навіть зі своїми великими зарплатами будуть самі їх купувати, ну, як то кажуть, да, якщо на батальйоні там 58 одиниць техніки, із них 10 волонтерських автівок, які постійно летить резина, то як їм, як не волонтери, їм будуть допомагати? І це саме от елементарне, це без чого вони не можуть. Тому що автівка на передовій – це життя. Це так коротко. Тому тепловізори, прилади нічного бачення, їх ще нема на поставках в тих обсягах, яких вони потрібні. Ну, я тоже поддержу, как бы сказано девочками, действительно, ну, есть еще, остались еще такие позиции, которые нам приходится закрывать собственными силами, опять же, ремонт техники атошной, которую мы привозили, то есть с этим есть проблемы, ну, и, опять же, оптика, содержание этой оптики, то есть все это вот как-то, ну, наверное, это сейчас самые такие актуальные моменты, вот, которые остались. Наталю, пані Наталю Шуліка, які актуальні моменти у сфері вашої діяльності? От саме у нашому регіоні чи знаходить підтримку у влади? Ви ж працюєте у зв'язці з владою, так? Потреби волонтерські. Ви знаєте, я хотіла сказати о другому, думала о другому, от поки дівчатки розказували свої історії. И я понимаю, да, что Центр помощи участникам АТО, он создан как вспомогательный орган при государственной администрации, и вроде бы как какие-то функции, которые должно выполнять государство, мы берем на себя. Вот я хочу сказать, чего не хватает. Не хватает душевного тепла. Вот чем я могу поделиться с людьми, которые приходят и обращаются к нам, это... душевное тепло, это неформальное отношение, это то, чего мы не можем требовать от людей, которые сидят и получают зарплату и считают, что они, ну, достаточно того, что они выполняют свои функции. Очень часто ребята приходят просто поговорить. То есть и они понимают, что там они не получат 2 гектара земли ни сейчас, ни через год, а может быть, там когда-нибудь они получат. Они понимают, что есть льготы, которые прописаны законодательно, но они не работают, потому что нет механизмов соответствующих. Но вот когда человек понимает, что мы его выслушаем, и что у нас нет лимита, там 40 минут на одного человека или полтора часа. Вот это то, зачем они приходят, и то, почему мы существуем, и то, что мы можем им дать, не дублируя функции государства. Отче, лимиту и у вас немає. Ну, да, с чем звертаються? Чи відчувається зневіра, от якщо відверто говорити? Та, ну, так важко сказати про зневіру. Зневіра, вона, знаєте, такої патологічної, абсолютної зневіри немає. Є зневіра в якійсь ситуації, можливо, чи там зневіра в якійсь людині може таке бути статися, тому що, ну, ми, знаєте, живемо один між одним, і от тут нас багато, да, робимо одну справу велику, тільки кожен перекриває свої якісь... Все тільки
певна сектори, частина. Да. Але багато в чому ми один одного підтримуємо, інколи не можемо підтримати, бо не маємо можливості допомогти чимось, навіть порадою. І зневіра інколи виявляється, і коли просто, правильно пані Наталя сказала, коли є просто спілкування, навіть оце ось, і це вже також дуже важливо. Коли є спілкування, коли ми вислухаємо один одного, хтось щось там скаже, навіть різке слово якесь, але коли є розуміння того, що є поруч людина, яка знає, в чому ситуація полягає, да, і в даний момент вона на пікі, скажімо так, віри, да, вона може поділитися цією вірою з іншими, і це дуже важливо також. Одна із таких, знаєте, таких секторів діяльності волонтера, тому що те, що ми робимо, от дівчата казали, там та ж резина, там, чи якісь там речі, матеріальні речі, але головне, що військові, переселенці, потребуючі люди, вони бачать цю солідарність. Просто навіть якщо немає ніякого матеріального допомоги, то підтримка моральна, духовна підтримка – це найважливіше, і саме це працює. Пані Світлано, вашу думку цікаво дізнатись. Я вспоминаю 3 года назад, когда все начиналось, да, вот если связывать волонтерство с началом военных действий, и сейчас это 2 большие разницы, конечно. Вот, безусловно, государство взяло на себя очень много из того, что мы начинали делать. И вот я сейчас смотрю даже подготовка к новогодним праздникам, сегодня и 3 года назад, когда мы, как волонтеры, организовывали для семей погибших поздравления, подарки, звонили в наши там, как бы структуры, просили билеты для них, ничего тогда, никто ничего не предлагал, никто ничего не делал, вот, никто не понимал, что с этим делать, да, с таким количеством семей, у которых или пропал папа, или погиб папа и так далее. Мы ходили буквально с Дедом Морозом, со Снегурочкой в дома, поздравляли детишек, и сейчас это, конечно, большая разница. Меня, как волонтера, радует, что какую-то большую часть государства взяло на себя. Но, опять же, сталкиваясь в общении с людьми, есть вот этот момент, о чем говорила Наталья тоже, душевного тепла. Конечно, они недополучают это от чиновников, они недополучают от власти, они обижены очень часто на государство, на власть, на эту всю ситуацию, с которой они сталкиваются, и, конечно, им надо иметь опору какую-то, да, друга, который неформально, не за деньги, не потому что он должен, а потому что он хочет помочь, выслушать, поучаствовать в его судьбе как-то. И видя людей, тех, да, и как они поменялись сейчас, это не может не радовать, потому что я, знаете, как бы динамика вот этих семей, вот, да, мамы с ребенком, если взять вот отдельные семьи, это другие люди, 3 года назад и сейчас. Безусловно, каждый из нас, вот сидящий здесь, и не только, большое количество людей вложило свою какую-то лепту, да, долю тепла, любви. Вот. Но это радует, когда семья не осталась одна, и пошли дальше люди, и это другие, ну, как бы, да, другие глаза, это улыбка детей, это есть вера, у них появилась вера просто вот в будущее. Пережив горе, они все равно, ну, как бы, благодаря волонтерам, всем сидящим здесь людям, они обрели вот как бы опору и веру в будущее. Пане Владиславе, спільнота вимушено переселених осіб. Скажіть, от за 3 роки ви вже теж навчились слухати один одного, відстоювати? К сожалению, то, что сказала Светлана, я хочу поддержать то, что Наталья говорила, что касаемо внутренне перемещенных лиц, трудно сказать, что государство сделало здесь то, что могло и должно было сделать. Ситуация в этой сфере не сильно изменилась. Те законы, чаще подзаконные акты или постановы Кабмина, которые принимались, они чаще не работают, подзаконы нет подзаконных актов. И хочу сказать, что я с девочками полностью согласен, что волонтеры могут дать душу, волонтеры могут поддержать. Но для того, чтобы волонтеры могли это сделать, то, что они делают, не должно превращаться в работу. Человек не должен посвящать этому всю свою жизнь, потому что все мы люди, все мы человеки, каждый здесь присутствующий, я думаю, сгорал, возрождался, как птица Феникс не раз. И хотелось бы, чтобы действительно на нашу долю, на тех наших граждан, наших
земляков, выпала доля именно помогать, именно заниматься волонтерством, а не делать то, что должно делать государство. К сожалению, законодательную базу за это время касаемо всего. Вот девочки говорят резину, но нигде мы не прописали, как эти машины, которые поставили, поставить на баланс. Я знаю, что многие командиры частей... Ну, не везде. Очень тяжело, очень медленно, скажем так. Может быть, в этой сфере повезло. Касаемо переселенцев, ситуация гораздо хуже. Мы обещаем 4-й год людям, что жильем поможем. А ВОЗ и ныне там. Поэтому хотелось бы, чтобы мы действительно занимались волонтерством, чтобы мы действительно влаживали в это дело душу, потому что чиновник, он человек, который работает сугубо в законодательной сфере. Копать отсюда и досюда. Если этого не будет, он это не сделает. И хотелось бы в этом направлении, чтобы все-таки прогресс был более существенным. Пані Тетяна. Действительно, многое поменялось. Стало чуть проще. Больше людей про нас знают. Я в данный момент говорю об уголке отдыха на автовокзале. Приносят угощение для бойцов, то есть в этом отношении проще. Но действительно, коснемся... Кстати, люди, які там чергуют. Не, и это тоже. Люди, жители города нашего, наши школьники, студенты. Выявляют такое бажание. В основном эта информация идет из Фейсбука. То есть, да, они приходят, приносят угощения какие-то, кофе, чай. Тоже общение, иногда у нас там была у нас и экскурсия деток 46-й школы, приходили, я рассказывала, показывала, что такое уголок, как он вообще создан был, кто его посещает. А по поводу того, что мы решаем не свои проблемы, это отказ продажи билетов по ОБД. Это льготный проезд. У нас с этим постоянные проблемы. То есть мы, нам приходится вызывать полицию, решать с помощью полиции этот вопрос. Как это происходит, расскажите. Подходит боец с трясущимися руками, у которого срочно нужно выезжать, то есть на какое-то время. Билетов по УБД нет в наличии. Они не имеют права говорить даже эту фразу. По УБД, если они есть для простых смертных граждан, они обязаны быть, ну, обязаны продаваться бесплатно, то есть по льготной цене и участникам боевых действий. Это, ну, неприятный момент. А так, конечно, по поводу общения. Очень много ребят приходят и жалуются, и выливают душу, и рассказывают, какие у них семьи, там, отношения с женами, с детьми. Мы все выслушиваем, поддерживаем, улыбаемся. То есть стараемся действительно развеять, отвлечь, успокоить, как-то поднять настроение. А чем можем похвастаться? За год создания этого уголка у нас намного меньше случаются бойцы в нетрезвом состоянии, то есть они знают, что можно прийти к нам, посидеть чай, кофе, подзарядить телефон, посмотреть фильм, и мы им пытаемся донести информацию, что лучше посидеть у нас, а не искать приключений на территории автовокзала и так дальше. Так, конечно, спасибо большое поддержке нашей власти и все-таки руководству автовокзала, что нам дали помещение, и мы там работаем. Александра? Ну, у нас ситуация сложнее в госпитале, потому что мы все-таки были в залоге Российского банка и долго судились. Год назад, наконец-то, уже приняли решение о возврате госпиталя в Министерство обороны. И вот неделю назад уже заседанием Кабмина было принято решение, что мы возвращаемся Министерство обороны, поэтому... Мы вам зараз передамо микрофончик, будь ласка, Анна. Поэтому я надеюсь, что ситуация по обеспечению улучшится, потому что официально как бы и на баланс некуда как бы ставить, понимаете? То, что люди закупили, приносят, делают ремонт, и оставить-то некуда. Теперь все это, я думаю, наладится, и по обеспечению в плане медицины. У нас все время какие-то есть проблемы, несмотря на то, что мы 4-й год воюем, и с новыми ранениями мы не сталкиваемся, и с новыми заболеваниями. То есть 3 года войны, каждую зиму мы закупаем, например, одни и те же препараты для ребят, которые поступают с обморожением. Достаточно дорогостоящий, там, агментин, который все знают, что на данный момент цены растут, и в сфере фармацевтики также.
Поэтому надеемся на то, что и у нас ситуация улучшится в госпитале. Конечно, мы видим улучшение за последние полтора года с приходом нового руководства в госпитале. У нас как-то так наладилось, мы все-таки воинская часть и объект военный. Поэтому должны быть как-то, все должно быть по статуту военному. Спасибо руководству, что также выделило нам в какое-то время уголок, и люди поддержали, отремонтировали. Это были клиенты Приватбанка и группа Приват, которая непосредственно сделала для нас такой уголочек. Мы уже порядка, наверное, 18-19 тысяч ребят, травмированных, раненых, заболевших, всех прибывших в зоны АТО, поддерживаем. Как Наташа, я соглашусь с Наташей, для них не так важна чашка кофе, как просто посидеть и пообщаться, и поделиться своим каким-то накипевшим внутри. И они безумно благодарны. Безумно благодарны за то, что мы всегда открыты, выслушаем, поддержим, скоординируем, там, покажем, куда сходить нашим областникам и нашим ребятам, кто в городе живет, там, перенаправляем к Наталье, либо там, если мы отправляем на вокзал, мы предупреждаем сразу о том, что есть и на ЖД вокзале, и на автовокзале есть волонтерские куточки, где девчонки также готовы с распростертыми руками встретить, напоить чаем, там, оставить вещи, да, подежурить, обогреть. И, потому что сталкивались с такими случаями, когда ребята выписывались, несмотря на то, что предупреждали, все равно находили приключения. И на следующий день мы уже опять встречали их в госпитале в ужасном состоянии, уже не в военной форме, без документов, потому что есть такие банды, которые, к сожалению, не знаю, как справляться пока с этой ситуацией. Да, вот благодаря девчонкам, там, Наташе Хазан и Тане, то, что есть такие уголки, и девчонки собирают ребят в эти уголки. Есть такая банда, которая как бы напаивает наших ребят клофелином, грабят их, и в лучшем случае они попадают просто в госпиталь. В худшем случае были такие случаи, когда просто ребята не выдерживало сердце. Поэтому, да, мы как волонтеры, которые действуют с 2014 года, мы видим эти реформы, мы знаем, что нам уже не нужно делать, не нужно влазить, потому что эти функции выполняет государство. Но, опять же, та же ситуация на передовой, мы не должны забывать, что у нас есть еще добровольцы. Хочешь, не хочешь, они есть и будут. Пусть они там нелегально, но их тоже надо поддерживать. Там ситуация, конечно, совершенно другая. И по обеспечению это все на руках людей. То есть продукты питания, обмундирование и все-все. А в сбройных силах, так как мы тоже выезжаем в зону АТО, достаточно часто мы видим. Мы видим это своими глазами. То есть если раньше ребята там ели эти сухпай еще, которые у нас на складах сохранялись с советского времени, сейчас мы приезжаем, мы видим абсолютно другое. На самом нуле непосредственно у ребят всегда есть и свежее мясо, и продукты. Есть проблема в кадрах, да, непосредственно в военных кадрах, которые, ну, это уже, так скажем, с опытом придет, когда мы поменяем чуть-чуть еще систему, и у нас не будет кадровых офицеров, которые сейчас остались с советского времени, а будут патриоты приходить, і ми будемо бачити результат. Пані Таєсія, про вашу діяльність, ви вже, так би мовити, повертаєте в життя тих, хто повернувся, тобто учасників АТО, волонтерів, підключились в освітні програми. Так, я більшою частиною працюю в тилу для тих, хто в тилу, але я хочу узагальнути те, що було сказано. Насправді, волонтери роблять те, що держава ніколи не зробить для наших поранених, для наших взагалі, для військовослужбовців. Саме, як ви говорили, дають тепло, саме отей душевний прихисток. Тому що, не дай Боже нам збагнути, як у них болить душа і болить тіло. І коли ми приходимо до них з нашим, з тим, що ми несемо, з нашим променем того добра, і під кінець бесіди, коли все-таки ти добиваєшся, що він посміхається, ну, то насправді я думаю, що волонтерський рух виконав свою задачу. Але якщо говорити, що ж змінилося багато чого.
І якщо ми сьогодні всі однодумці, ті, хто тут зібралися, працюємо на військових, на добровольців в різних там місцях, в тому числі поранених, в тому числі, хто звільнилися, у нас є ще така неохвачений пласт роботи, який необхідно нам треба буде охватити. Насправді у нас дуже велика кількість людей-волонтерів. За опитуванням, 75% громадян України так чи інакше приймали участь в волонтерській діяльності. І це дуже приємно. Але залишаються ті 25%, які не знають, що є війна. Які пораненому в спину можуть сказати, що ти сюди приїхав, уже навоювався. І насправді це дуже важка робота нам предстоїть. Треба вести пропагування того, що ми робимо, того, що відбувається в Україні, для того, щоб і оцих несвідомих теж залучити, ну, принаймні, щоб вони не стояли осторонь і не думали про нас те, чого насправді не буває. Тому на сьогоднішній день держава, яку волонтери підтримали в 2014-2015 важких роках своєю роботою, на сьогодні перебрала вже нарешті на себе більшу частину функцій. А ми, як громадяни, як люди, як абсолютно, я б сказала, трошки, мабуть, не від цього світу люди, от саме повинні нести для всього суспільства. Треба розширювати коло нашого впливу. Власне, цим я зараз і займаюся. Тобто є у нас програма освітніх заходів, які ми проводимо. Ну, здебільшого, наша цільова аудиторія, звичайно, це військовослужбовці і волонтери, і громадські діячі. Але ми запрошуємо всіх для того, щоб навчитися розумітися, навчитися бути громадянами, навчити людей стати такими ж свідомими, як і ми, от всі разом, хто тут зібралися сьогодні. Можемо трошки проілюструвати ваші слова. Наш журналіст Борис Кляков вийшов на вулиці Дніпра і запитав мешканців міста, чи брали вони участь у волонтерській діяльності. Дізнаємось зараз. Занимаюсь йогой много лет, и мы много лет кормим людей бесплатно совершенно. А если это сейчас называется волонтерская деятельность, когда каждый человек будет считать своим долгом так или иначе помогать обществу, давать часть своих заработанных денег, тогда и будет хорошо, а называйте как хотите. Вещи передавали в детский дом, детские. Это правильно, это нужно, есть необходимость в этом, и люди считают нужным помогать. Но мы стараемся помогать, когда люди приходят финансово, либо, допустим, там, если это детские дома, это игрушки, там, вещи. Мы не волонтерская организация, просто помогаем, если есть такая возможность. Мне нравится эта деятельность, потому что, ну, как-то, если власти никаких мер не предпринимают для того, чтобы там помочь кому-то, то это делают другие. Я просто очень их уважаю за это. В основном это деткам, детям, которые находятся в детских домах, в основном, которые лишены там родительских прав, которые там просто живут с родителями, нуждаются в какой-то социальной помощи. В основном это как под Новый год, рождественские какие-то праздники. Вещи, игрушки, еду нет, но в основном это вещи, игрушки, да. Еще театральные какие-то постановы. Мы вместе собираемся, вот, и делаем такое доброе дело. У нас проснулась наша национальная ментальность, в которой заложена отзывчивость, идти навстречу друг другу, помочь в трудных ситуациях даже незнакомому человеку. Это проснулась наша человечность и наше истинное начало, которое заложено у нас изначально с самого рождения. Ухудшилось положение, поэтому, наверное, и растет такое движение волонтерское, чтобы помочь тем, кто нуждается. Я думаю, что это показник того, что підвищується рівень правової культури, і взагалі рівень свідомості населення значно підвищується. Я думаю, що після Революції Гідності взагалі рівень свідомості людей значно підвищився. Тому я думаю, це один із показників, безумовно, цього. У нас він з'являється, і це дуже хороша ознака. Це ознака, що дійсно підвищується свідомість людей, їх відповідальність за те, що відбувається в нашій країні. Я думаю, це дуже-дуже добре. В
Повернулись у студію. У прямому ефірі наживо говоримо сьогодні із волонтерами Дніпра. Є можливість приєднатися у вас. Телефонуйте, номери зв'язку з нами. На ваших екранах ми відкриті до спілкування. Пані Наталю, продовжуючи те, про що говорила пані Таїсія, про що говорили люди у соцопитуванні, чи вичерпався сьогодні той соціальний громадянський ресурс? Що ви спостерігаєте? Оті 25% на вашу думку. Я робила досліджень, так? Я лише можу сказати, ваших що спостережень. Я багато їжджу Україною, і ну дійсно те, яке повітря в Дніпрі і в будь-яких інших містах, це ну не можна порівнювати. Хай на мене ображаються кияни чи львів'яни, чи ще хтось, але ну там війни немає. Тут все ж таки Дніпро є і точкою, да, такою ну крапкою між АТО. І мирним життям. Наші ж пункти, да, вокзал, автовокзал, ми це все бачимо. У нас за добу на залізничному вокзалі проходить зараз 200-250 бійців. Коли ми відкривалися в 15-му році, це було 500-550. От. Може, десь щось і впало, да, як ви кажете, свідомість, може ні. Але я думаю, що можна казати про те, що втомилися. І про те, що рівень взагалі статків падає. Тобто, коли ми в 2014 році, ну я думаю, що всі думали так, що ми зараз там всі сили кинемо, достанемо свої там якісь заощадження, да, які були, які і от ну зараз там 2-3 місяці, ну хай 4, да, фух, закінчимо і підемо, да, в своєму режимі жити. Але ну не сталося так. І тому хтось каже, що він втомився, тому хтось, ну, ще якісь справи. Але, ну, якийсь костяк залишається. Я хочу сказати людям, простим людям, що хай долучаються до діяльності. Але ж там прийти допомогти щось там у шпиталі, да, хоча б раз на тиждень, присвятити цьому там 2-3 години, це не важко. Війна триває. Да, війна триває. Прийти до нас на вокзал, да, і раз на тиждень ну, вийти, да, в чергування на 6 годин, це не важко. Навіть якщо в тебе немає грошей допомогти, чи ти не є можеш час робити нічого руками, я не знаю, там в'язати чи щось варити. Просто приділи свій час. 6 годин на тиждень, це ну скільки люди просто впусту витрачають, да, часу. Це не важко, бо ну було б бажання. І сама допомога, вона набагато краще, ніж сидіти просто вдома. Тобто людина буде психологічно в кращому стані і зовнішньо краще виглядати. Пані Ольго, ваша думка, зараз передамо мікрофончик. Ви трохи змінили профіль своєї волонтерської діяльності. Активний, да. Ну я все равно з чим це пов'язано, скажіть? Ну, во-первых, у меня родился ребенок, поэтому, и если честно, то с тем же КИДа я столкнулась еще во время активных действий, потому что мне всегда, когда говорили, чем ты занимаешься, мне всегда была любимая фраза «дети, собаки и бойцы». Потому что в АТО мы занимались и вывозом животных, и помощью бойцам, и детям. Вот Татьяна переняла у меня эстафету, она познакомилась со всеми моими подопечными школами, и хотя бы там раз 2-3 месяца мы собираем большой груз, и все равно это продолжаем делать, и я в этом какими-то моментами участвую. А насчет вот этой поднятой темы, даже у нас вот сейчас в фонде мы все время говорим, мы пытаемся донести, что помочь, вот правильно Наташа говорит, инструментом помощи может быть любое, время, то, что ты делаешь. Бывает так, что звонят и говорят, а мы не можем, вот, ну мы можем помочь вот этим. А оказывается, эти стаканчики самые элементарные, они же стоят столько денег, и на них тратится столько, когда тебе говорят, мы вам сейчас возьмем и подадим 10 тысяч стаканчиков, и сразу все куточки, все госпиталь, да, раз и на 2 месяца обеспечили, и у них идет переформирование затрат. Люди иногда говорят, а чем я могу помочь? И ты тогда говоришь, а вот как вы себе это представляли? Если мы хорошо слушаем, то мы находим иногда вот совсем неожиданные такие вещи бывают. Тебе звонят совсем по одному, или ты разговорился, тебе говорят, слушайте, я же могу вот так вот это сделать. И вот это главное. И мы всегда понимаем, что если у человека действительно присуще этим заниматься, вопрос, как бы мы
те вот, кто остались сейчас, да, и которые вот в этом остаются, живут этим, вопрос в том, что мы помогаем иногда людям просто направление дать. Они тебе говорят, чем помочь, они иногда не знают. Они иногда могут прийти и сказать, я хочу это, и нам приходится им говорить, смотрите, ну вот это уже прошли, это прошло 10 волонтеров до вас, это прошло 20 групп до вас. Может, вы воспользуетесь нашим опытом? Вот так вот можно сделать. Я знаю точно, что Наташа сталкивалась. Наташа звонят постоянно с предложениями. Люди иногда не знают, они думают, что они открыли новое, а оказывается, это уже есть, им уже можно пользоваться, возьмите, пожалуйста, и помогите. Это тоже своего рода искусство, потому что увлечь человека, объяснить ему, что вот так будет правильно, иногда сложно. Но все, кто здесь сидит, не опускают руки, и они всегда находят. И это, я считаю, что это даже большая удача, когда ты привлек волонтера, который пришел активный, но вот он долго тебе говорил, что нет, я вот точно знаю как, а вы не знали. За 4 года мы не знали. Мы не знали, действительно, мы вот. И вот это иногда привлеченный человек, он такой ценный, и это заряжает. У нас многие люди, которые выходят после любых мероприятий, они говорят, слушайте, это так классно. Когда большое мероприятие делаешь, да, оно, там пикник для атошников, да, вот любая света на встрече, они выходят, у них глаза говорят, я хочу. Все, ну, вот это, оно остается. Просто, ну, нам самим главное руки не опускать, потому что иногда хочется Анна, всем. С приводу не опускати руки, от, как казали тут, що волонтери дають душу. Як ви поповнюєте те, що ви віддаєте? В принципе, мы пополняем это от тех же самых ребят, потому что в своем кругу, то есть это общение, ну, это настолько позитивные, добрые, открытые люди, ну, я сейчас уже не знаю, ну, тут вот я 3,5 года там в этом всем, так очень глубоко, и, ну, у нас есть там свои как бы группки, свои какие-то темы, то есть, ну, есть определенный круг людей, без которых я даже не представляю, как я вообще раньше жила без них. То есть, ну, настолько мы поддерживаем друг друга, стараемся, там, как бы есть, да, у всех есть моменты, когда кто-то там, кто-то раскисает, кто-то наоборот, и, ну, наверное, вот так вот. Ну, а направление, опять же, там, можно переключиться, то есть, ну, говорить, что там это только то, только поездки, нет. То есть мы, ну, начиная от росписи пряников детям на куда-то, выклянчивание конфет у тех, кто покупает тебе шины, опять же, этим же детям, ну, и заканчивая, как бы, всем на свете. То есть, ну, как-то так. И когда вот, ну, попадаешь на какие-то такие мероприятия, собираешься с людьми, единодумцами, то вот этого становится теплее, приятнее, ну, всегда это как бы на позитивных нотках проходит. Светлана. Ну, уже две темы. Так. Я... Поочередно. Первое по поводу волонтерства вообще. Ну, то есть для меня лично действительно это началось как бы, да, там 3 года назад, скажем. Вот, оказывается, во всем мире это давно было. Uh-huh. Вот, и когда мы уже с этой темой столкнулись именно с нашими зарубежными друзьями, спонсорами, партнерами, скажем так, то в каждом сведомом, да, скажем, суспильстве в ЖЦЕ. И на этом это и держится. Канада, Шотландия — это вот те страны, которые очень нам помогают и поддерживают и финансово, и морально, и опытом своим тоже. Это в норме вообще, да, допустим, шотландская диаспора, через них мы познакомились с Днепрокидс, есть такая благотворительная организация в Шотландии, которая помогает здесь, в Украине, совершенно добровольно, в Днепре, уже давно, детским домам семейного типа. То есть, казалось бы, чисто шотландцы, вообще даже украинцев там и не было изначально. Вот, вот они помогают здесь. А как они это помогают? Они собирают на футбольных матчах деньги, то есть пускается такое ведерочко, это все делается волонтерами шотландскими, которые пришли на матчи, они пускают ведерки, стоят при входе. Мы это видели своими глазами, когда возили детей наших вот, семей погибших из Украины. Да? Вот, вот мы были на таком матче, и мы это видели, что реально это работает. Так собираются деньги на благотворительность в чужой далекой стране, Украине, для детей-сирот. Понимаете? Вот. Или там из Канады к нам прилетали волонтеры, проводили наш английский языковой лагерь летом, тоже для семьи, из детей семьи. Это тоже волонтеры. Ну, во-первых, они за свой счет купили билеты. На минуточку, из Канады, из Америки прилетело 3 человека к нам, да, то есть за свой счет полностью. То есть они себя полностью обеспечили. Вот. И от них же, опять же, я узнала, ну и преподавали, естественно, тоже бесплатно, там 10 дней было, 2 недели был языковой лагерь.
Вот. И опять же, они же рассказали нам, что Канада – это страна волонтеров. Их учат с детства, со школьной скамьи. Девочка, которая к нам прилетела, подросток, она в конце меня попросила, напишите, пожалуйста, что я была волонтером. Я говорю, тебе это надо? Да, для школы. Я покажу, как я активно провела каникулы. Ей там какой-то плюсик, даже при поступлении в университет пойдет. То есть вот они вот собирают в течение жизни к университету, у нее там какие-то свои волонтерские вот такие меточки, как бы, что она приносила все это время пользу обществу. А ее мама, к примеру, да, которая уже давно живет, украинка из Донецка, которая живет в Канаде и помогает нам здесь сейчас, она говорит, я, например, как волонтер принимала участие в программе для обучения малограмотных канадцев. То есть она прилетела туда и обучала их английскому языку. Вот человек просто говорит, ну вот так сложилось в жизни, что кто-то не закончил школу, кто-то не смог поступить в университет, а ему надо дальше как-то приносить пользу обществу, работать, содержать себя. Вот. И вот собираются вот такие вот люди и обучают бесплатно в свое свободное время людей грамоте просто, как составить документ, там, резюме и так далее. Він говорить, так і вся Канада так. Це до того, що є маса можливостей долучитись, так? Абсолютно. Якщо ви не хочете йти в госпіталь, ну, наприклад, тяжело прийти ну, от, в госпіталь, да? Я себе знайшла в чому-то другому. Я працюю з дітьми, з жінками, там, мені це цікаво, там, да, як-то здесь помочь. Є маса вообще возможностей, куди себе примінити. І головне, що, я думаю, що кожен з нас получает, ну, таку ответную реакцию в душе, это нас очень поддерживает, это мы находим какие-то в себе же новые грани. То есть, когда ты вроде как взрослый состоявшийся человек, да, и тут вдруг ты хоп, а ты еще что-то умеешь, ты что-то, ты в профессиональном смысле каждый уже где-то состоялся, да. А тут вдруг ты находишь в себе какие-то новые возможности, ты можешь организовать пикник на 80 человек, ты можешь вывести, открыть там двери в какие-то такие возможности. И это же поддерживает, так? Наталю, щодо діяльності вашого центру, навколо нього і в ньому вже така родина є, це і учасники АТО, їхні родини, і волонтери, які живуть одним життям, так? Розкажіть про об'єднання, чи можливе взагалі таке повністю об'єднання волонтерів? Це дуже складно, на самом деле, дуже складно. І я думаю, що ми не избежали того явления, которое достаточно часто бывает в волонтерской среде, когда люди почему-то начинают, может быть, там говорить, что я главный, я умный. И так далее. Это не очень приятное явление. Я считаю, что это происходит все из-за выгорания волонтеров. Вот. Ну да, вы совершенно правы в том, что есть люди, на которых можно положиться, есть люди и среди участников АТО, и, к счастью, среди семей погибших, которые готовы поддерживать наши проекты и готовы помогать нам реализовывать эти проекты, потому что быть локомотивом всего, что происходит, самому очень сложно. Невозможно координировать самостоятельно все, и нет в этом смысла. То есть действительно надо, ну, как бы доверять людям, и они тогда, наверное, лучше раскроются, и они отвлекутся от каких-то своих внутренних проблем. Чаще всего у ребят возникают проблемы, я считаю, может быть, я не права, конечно, от того, что они как бы не могут найти себя и не хотят себя искать. То есть проще всего просто сидеть, критиковать всех, не трудоустраиваться. Ну, как бы я уже приводила этот пример. Есть определенная статистика тех участников АТО, которые совершили суицид. Это люди до 40 лет, это люди, которые не работают, это люди, которые совершили суицид в состоянии алкогольного опьянения. И у них проблемы в семье, вот, и, ну, как бы моя задача все-таки, ну,
Я понимаю, что это очень сложно. Это очень сложно, это часто как бы вызывает отторжение, вот, но все-таки достучаться до максимального количества людей с помощью тех же участников АТО, которые создают свои общественные организации, то есть вот такая вот сеть в хорошем смысле этого слова «спрут», который мы понимаем, что если у нас там, допустим, проблема в Шевченковском районе, я не лечу решать эту проблему, я знаю, кому можно из ребят участников АТО позвонить, и которые мне помогут в этом. А что касается вот выгорания, я хочу сказать, не все тоже, и волонтеры в том числе, готовы дать себе отчет в том, что происходит это выгорание. Мы с сентября провели тренинг для тех волонтеров и участников АТО, которые хотели создать, готовы были создать группы самопомощи. То есть это такая практика, она себя оправдала в других регионах, когда помощь оказывают, ну, побратим побратиму. И вот когда люди пришли на первый, второй, третий тренинг, у них было отторжение, то есть они не понимали, что помощь нужна в первую очередь им самим. И я хочу сказать, что мы не остановимся на этом. То есть вот сейчас группа закрыта. 16 человек прошли это обучение. Они перебороли себя, это очень сложно. Они поняли, как действовать дальше. И мы с Нового года начинаем работу новых людей. То есть вот кто чувствует в себе силы, кто хочет, я приглашаю, как бы будут анонсы, мы будем создавать группы самопомощи, и это в первую очередь группа, ну как бы это помощь самому себе. Тетяна, на вашу думку, є сьогодні потреба говорити про це? Наскільки от волонтери вигорання, наскільки стоїть гостро ця проблема? Все равно війна це коли-то закінчиться. Я думаю, що на даний момент, от на сьогоднішній день, я лично очень щаслива, що я волонтер, тому що із-за цієї войны, я нашла очень много новых друзей, и когда война таки закончится, у нас будет однозначно огромное количество дел, где понадобятся наши силы, уже в объединении. Я не говорю какую-то структуру, а именно действительно Наташа права, мы все уже друг друга знаем, мы уже знаем, кому доверять, кому не доверять. И я считаю, что волонтерское движение – это только начало у нас в Днепре. Все буде Україна. Олександро, мікрофончик вам треба взяти. Да, ваша думка. Звісно, ми бачимо, що на початку воєнних дій, да, у нас виникло дуже багато людей, які допомагали, хотіли допомагати, робили, були волонтерами. Зараз вже якби, ну, явно на лицо, це достатньо в 3-4 рази кількість цих волонтерів, людей уменьшилось. Многі повигорали, из-за, наверное, недостатка, ну, потому что, во-первых, мы это в себе открыли, и мы еще не умеем этим всем пользоваться, и мы не знаем, насколько нам Бог даст сил, здоровья, и, ну, я для себя лично решила, что надо отдыхать раз в 2 месяца, делать перерывы, потому что если вообще без перерыва, то все, капец. Поэтому и другим рекомендую, и настойчиво прошу, отдыхайте, ребятки, потому что мы нужны и нашим ребятам, и семьям погибшим, и детям, и животным нужны, потому что мы ж все прекрасно понимаем, мы вроде бы и своим семьям, да, и своим семьям нужны на самом деле. И мы прекрасно понимаем, что вот начали мы вроде бы как помогать военным, а сейчас уже помогаем всем, потому что помощь идет за границы. И хорошо, что идет. И надо ее как правильно направить в нужное русло. То есть мы помогаем и семьям, и детям. То есть когда есть излишки каких-то там тех же памперсов в госпитале, мы их собираем и везем в детский дом ДЦП. Хотя раньше там никто, ну, например, я даже не знала, что там за церковью есть детский дом. Потому что у нас там церковь, туда я ходила, а о детском доме я никогда не знала. А война научила, и я узнала о многом. И вот вы говорили, где подпитывается той энергией, которую мы отдаем военным. А недавно у нас был такой случай, что мы собирали помощь в сладости для деток в детском доме в городе Покровске. Знаете, кто первый откликнулся? Ребята с передовой. И у нас был маршрут не так, как обычно, да, то есть мы загружены и едем на передовую. Мы ехали пустые через передовую, ребята отдавали крупы,
отдавали джемы, сладости. Их жены собирали детские вещи и присылали на волонтерский пункт. И мы ехали уже с передовой полной и везли в Покровск. То есть, казалось бы, это нонсенс, да? А с нами был еще иностранец. Он вообще, он американец, он был в шоке. То есть до них, ну как доносится информация? Бедная Украина, да, на нас напали, денег нету, бюджет пустой, бедные украинцы голодают, не доедают. Армия брошена, тоже голодная. И тут он видит своими глазами, как армия достаточно уже самостоятельно, что она готова отдать уже часть от себя в помощь детям. То есть, и вот от них мы и питаемся, то есть от таких ребят, которые вчера мы им помогли, а сегодня они уже нам помогают помогать другим. Пані Таїсі, вам слово, вже будемо завершувати. Зрозуміло. І насправді це волонтерство, воно заряджає, заряджає всіх. Ми всі таки вже стали заряджені. І повертаючись до того, що багато хто втомився, насправді хочу сказати, що ми не маємо права втомитися. Ми можемо відпочити, ми можемо перезагрузитися, але ми не маємо права втомитися. Мені, наприклад, присилають допомогу з Італії, люди, які там працюють, поспіль 4 років вже, я її одвожу. Я дивлюсь в очі тим, кому допомагаю, і тим, хто передає цю допомогу. Я розумію, що ми не можемо зупинитися. Поки ми не переможемо те, що оте зло, яке на нас насунулося, ми не можемо зупинитися. А далі абсолютно ви праві, що ми і далі вже не зупинимось. Ми просто переключимо свою діяльність на інші види діяльності. Тому йдемо до перемоги, і це єдине, що у нас вибір, який ми маємо зробити. Слава Україні! До перемоги, так. Героям слава, Отче! Ваше слово, що тримає? А що тримає? Ну, тримає, перш за все, що дійсно тримає віра. Да? Колись у Спасителя юнак один запитав, що треба, щоб спастися. І Спаситель казав, люби Бога всім серцем своїм, да, і люби ближнього, як самого себе. Іншими словами, роби іншому так, як ти хочеш, щоб робили тобі. І це ось якраз такий, знаєте, рецепт самодостатнього, успішної людини, яка і до інших ставиться, як хоче, щоб до неї ставилося, і розуміє, що над нею ще є Бог. І оця от відповідальність, ми цю відповідальність і це своє ставлення, ми от якраз виявили у цій своїй праці. І будемо далі це робити, звичайно. Тому що життя не закінчується, а життя людини, яка живе повним життям, воно наповнене саме добрими справами. Бо як тіло без духу мертвим є, так і віра без справ також мертва. А наша віра в перемогу, в Бога, вона подолає все. Владислава, и вам на завершение слово, ваше сподевание. Я хочу сказать, что за это время у нас появилось очень много новых друзей, и мы как сообщающиеся сосуды, мы поддерживаем друг друга, если у кого-то где-то появилась лишняя энергия, мы с ними делимся. Ну и, конечно, помогают те люди, которые получили эту помощь. Их глаза, их слезы радости, которые, ну это достаточно раз увидеть, чтобы зарядиться на какое-то время и вперед. Дякую вам за те, що робите. Дякую за щиру розмову, за те, що прийшли, поділились і нас усіх підзарядили, всіх наших глядачів, які сьогодні були з нами. Дякую за те, що були з нами у прямому ефірі. Волонтером може стати кожен. Головне – бажання. На все добре, побачимось.